ДТП на железнодорожном переезде под Львовом. Электричка протаранила машину скорой помощи. Авария произошла сегодня днем в селе Давыдов. На переезде есть семафор, но нет шлагбаума. Пострадали 3 медработника и водитель скорой помощи. 2 госпитализированы. Видел ли водитель приближающийся поезд, еще выясняют. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні швидкої перебувало 4 осіб. 3 з них отримали тілесні ушкодження та звернулись за допомогою. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.